Открыли значок, открыли, там тетрадки, дневник. И по дневнику почитали, что это наша соседка на соседней улице живет. И забрали велосипед. Родные сегодня пришли, забрали рюкзачок, а велосипед остался. Он весь в крови там. Я сейчас выведу на свет. Велосипед, на котором они ехали. Он весь в крови, колеса, сиденья. Вот отверстие от осколка здесь, отверстие здесь. Колесо пробитое. Осколками посекло колеса. И он весь в крови, потому что девочка сидела на багажнике, наверное, с рюкзачком, а мама спереди. А во сколько это было вчера? Без 26. Ровно без 26. Я с товарищами здесь мы стояли, общались, и слышим, свистит. Огненный шар летит, свистит. Мы упали на пол, ну и он пролетел 10-20 метров. А эта девочка как раз проезжала мимо нас на велосипеде. И когда он упал, она как раз на уровне осколков. У меня есть осколки, я сейчас принесу осколки. Хорошо. Очень большие. Давай так. А как вас зовут? Меня Николай. Николай, очень приятно, Николай. Я пособирал. Это все я собрал там, где они лежали. Где-то девочка с мамой лежали. Это какой-то дюралевый сплав. А это очень тяжелые, очень огромные. А это как дюраль. Даже маркировка есть ВВ. Я думаю, скорее всего, была это мина, потому как это хвостовик, направляющий хвостовик. Дюралевый. Этот сплав тяжелый, металлический, который разрывается и рвет на куски. И вот это там, где они лежали, девочка с мамой, я все понаходил. А сколько там много было? А вы соседи знаете? На соседней улице где-то они здесь рядышком. Ехали домой на велосипеде, мама и дочка, а то взрыв, они не доехали домой, 100 метров, девочка погибла, нету нашей Карины, мама будет операция на осколок в голове, ну что еще сказать, за что детей гибнут, я не знаю, я не могу говорить. Девочки, они просто ехали домой. Домой ехали, они никого не трогали, никого не обижали. За что их обижают, за что нас обижают, за что гибнут наши дети. Ну, кому мы же виноваты? Кто это? За что? Карина, она учится, училась в 4 классе. Хорошая девочка. Ну, кому она что сделала плохому? Порошенко! Кому? Никто не хочет ответить. А за что наша девочка погибла? За что? Я не хочу сказать. Вас как зовут, простите? Наталья Федоровна я. Фотографии у меня здесь нету. Я бы показала. Какая она у нас была хорошая, а теперь как? Как теперь жить, что девочки нету? Ну как? Им война, что им надо от нас? Почему наши дети гибнут, наши внуки гибнут? Почему они не воюют между собой? Куда они вот сейчас стреляют, и сейчас опять будут гибнуть дети? А мои внуки вторые сидят в подвале, потому что все уже боятся, очень боятся. Я не знаю, что ему говорить.
И сколько, и сколько они будут ждать смерти? И сколько им надо? Сколько? Всех нас поубивать? Или мы не люди, или мы не украинцы. Мы выросли на этой земле, родились здесь. Какие мы им враги, какие? Вам сказать, что политикам, которые в Думе сидят, чи не в Думе, а в Раде в этой, что с их детьми, пускай они головой думают. Почему наши дети? А кто это стрелял, пусть им, блядь, аукнется. Ну, за что они их убивают? За что убивают детей? Пускай приедут сюда и посмотрят, ну, что с детьми творится. Почему мои внуки сидят в подвале? Почему? Почему они не выйдут на улицу, не погуляют? Выходной, дети в школу сегодня не идут. Они сидят вон в подвале. Вы слышите, какие взрывы? А к вечеру вообще обещают. Ну, они хотят нас стереть с земли. Вот вам и праздник Святого Николая Порошенко. Да, у детей, у праздник, там, праздник, праздник девочки сделали, 9 лет. Ну, короче, хватит. Не хочу, там не хочу я больше спасибо, ничего спасибо говорить. Большое, извини. Это вы, Наташа, да? Да, это я с ней. Где-то Карина же была, не могу сейчас. Не пойму, где она все пораскидывает. Извини. А Яночка, можно объяснить, что вчера произошло? Ты была на велосипед? Ну, мы с ребенком шли домой от брата с Надей. И все, и я не знаю, на треугольной, чьи на асфальте. И просто шум, и все. Оглушила, я больше ничего. А сколько я пролежала с ребенком без сознания, я не знаю. Можно тебе представь, пожалуйста? Харьковский Владимир Константинович, главный врач в больнице номер 2 города Горловки. А можно объяснить ситуацию по поводу Яна? Что произошло? Да. Вчера вечером был обстрел Горловки. Где-то в 18 вечера. И потом с Никитовки привезли к нам сюда маму с ребенком. Мама лежит в нейрохирургии с осколочным ранением головы. А дочку привезли, 9-летнюю маленькую девочку. Значит, мы ее спасти не смогли, она у нас пробыла полчаса. У нее повреждение внутренних органов, грудной полости, брюшной полости, несовместимое с жизнью. Начали давать наркоз, девочка умерла. А Яна не знает об этом, мама не знает. Мама знает. Мама знает? Мама знает об этом. Что дочь погибла? Что дочка погибла, знает мама. Знаю, мама. Ну, они вместе приехали. Просто нам рассказывали, что... Ребенок был в операционной. Маму в это время повезли на рентген головы. Но она была в сознании, мама. То есть, возможно, что результатов операции она не знала еще. И что ребенок умер. Потому что ее одновременно взяли тоже в операционную. Одновременно их оперировали двоих. Может, не говорили родственники, я этого не знаю. Владимир Константинович, можете рассказать о ранении, которое получила Яна, да? Что там за осколок, который куда-то уперся? Это мама имеется в виду, да. Да? Ну, это лучше, наверное, Николай Викторович сказал бы. Что там за осколочное ранение, Николай Викторович? Осколочное ранение, черепно-мозговая травма, открытая, ушиб головного мозга. Вот, непроникающий перелом черепа. Ушибленная рана головы. Состояние тяжелое. И была сделана уже одна операция? Да, ей сделана одна операция. Намечается повторная операция на понедельник. В связи с тем, что там еще остался, да, какой-то, да, осколок? Да, да, да. ПКУ раны произведено на первом этапе. На втором этапе удаление металлического осколка. Когда будете делать вторую операцию? Намечается на понедельник, на вторник, на следующей неделе. А можно себе представить, пожалуйста, Николай? Еще раз. И фамилию. Представьтесь, пожалуйста. Да, да, да. Врач-нейрохирург 2-й городской больницы Шорохов Николай Викторович. Шолохов? Шорохов. Шорохов Николай Викторович.